Здрасте. Сахарку сколько вам? Спасибо. Капитаныч, здорово! Здорово, коль не шутишь. Чё тебе? Да жена вот сказала, сахар купить. Завтра гостей ждем. А ты чё такой невеселый? Может, по пивку? Да какое пивко? А чё? Не за товарка у меня, вон, видишь? 5 килограмм за весь день. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. А у тебя маркер есть? Чё? Фломастер. Есть. Ну-ка, давай сюда. Так. Ты что, фонарёшь, что ли? Я фонарёшь, что ли? Ты что, у меня же торговля не идёт, что ты написал? Да подожди ты, ну, сейчас все будет нормально. Посмотрим. О. Пусти-ка. Сахарку? Так. Сколько вам? Мне кило надо. Хорошо. Мелок. Ну, мать, я тебя за язык не тянул. А что такого? Читать-то умеешь? Два кило. Это что ж такое? Неужто война опять? Засуха, наводнение, да? Тростник, весь сник. Сказали больше 2 килограмм не давать. Оттуда приказ пришел, им там виднее. Боже ты мой, мне 10 надо. 10 сейчас осыпем. Ты что? 10 кило по другой цене. Это мы понимаем. Понимаю. Мы привыкшие. Молодец. Все, бабуля, пожалуйста, заходите. Донесешь? Да донесу. Ой, донеси. Держи. Повезло тебе, бабуля. Ой, повезло. Только ты не говори никому. Никому. Давай. Ну, Серега, продали подчистую. А ты думал? Ты гений.